Вы не толкайте, я вам 100 раз говорю. Вам всеми отдам. Потому что никто не... Тихо, у меня не толкайте. Дайте пройти начальнику. Эй! Десять талонов на месяц. Я ничего не говорю. Талон один на 3 дня. На три дня-то не хватает. Вот очередь за ней. А он мне и не нужен хлеб. Он мне не нужен. Я себе сегодня пойду, куплю диабетический. Ой, с отрубнями он. Я с отрубями беру. А я живу со внуком, а ему мягкий хлеб подавай. Вот опять будут переизбирать. А кого вы будете выбирать? Я никого. Почему? Ну, никого так нельзя тоже. Я склонна к Жириновскому. Какой Жириновский? Но только не Медведева. А почему? Парень грамотный. Ну что ж ты грамотный? Я тоже не дура. Тут в очереди, как на Украине, да, стоит? На Украине, наверное, такого нет, как у нас. У вас на Украине Порошенко сколько самолетов отправил за границу? А люди бедствуют. Вы хоть улыбайтесь, когда талон получаете. Не орите, да? Да, не толкайтесь. Тебе вот раз, еще подожди. Тебе вот два. Хорошо? Иди, родной. Тихо, не толкайте. Пожалуйста, не толкайте. Стоим, подожди. Только второй очередь, не стоите там. Так, а вот... И все тут, да. Спасибо. До следующего раза.